Резонансное убийство в центре столицы обрастает новыми подробностями. Вчерашний взрыв возле Бессарабского рынка связывают еще с тремя громкими преступлениями. Но это всего лишь одна из версий. Хотя не может не настораживать. Снова взрыв, опять средь бела дня и в самом центре города. Все детали и версии нынешней трагедии изучала Елена Зорина. Пятница, 6:08 вечера. Центр города, пробки, как вдруг взрыв. Твою мать. Как разлетаются обломки авто, зафиксировали не только видеорегистраторы, но и камеры наблюдения. Пострадавших из покореженной иномарки вытаскивают прохожие. Уже после станет известно, так ликвидировали 39-летнего чеченского добровольца, воевавшего на востоке Украины, гражданина Грузии Тимура Махаури. Его настоящее имя рассекретит СБУ — Али Тимаев. Алексей был с ним знаком около года, говорит Махаури, рассказывал, за ним охотились. Автівка була Тимура, але останні два тижні їздила Наталя. Вона була за кермом, вони поїхали, забрали дитину, вона саме заїхала з ним, він помолився, вийшов разом з нею, і от буквально через 10 хвилин це сталося. В Киеве его задерживали за незаконное хранение оружия, и он получил условный срок. В Турции якобы подозревали за серию убийств, но оправдали. По информации СБУ, разведчик Али Тимаев воевал против России в Дагестане и Сирии. На стороне Грузии участвовал в грузино-российском конфликте. Был другом Георгия Лорткипанидзе, бывшего замминистра внутренних дел Грузии и экс-руководителя одесской полиции. Тимаев пережил три покушения, поэтому и уехал из Тбилиси в Украину. И это была очередная попытка. Склонны думать эксперты. Это был замах на конкретную особу. Однозначно я могу утверждать, что цей злочин готовили заздалегідь, що було витрачено певний час для того, щоб стежити за загиблим, для того, щоб підкласти вибухівку і розуміти, якими маршрутами він пересувається. І з великою вирогідністю все це була мета — знищити саме ту людину, яка загинула. Взрыв был достаточно сильный. От 600 граммов до килограмма в тротиловом эквиваленте. Повредил и соседнее авто. В правоохранительных органах рассматривают всевозможные версии. Называют целых 6. И разлет от теракта до чьей-то мести. А вот друзья усматривают российский след и связывают с другими резонансными убийствами. В том числе и журналиста Павла Шеремета. Почему? Потому что, по-перше, уже... Четвертий взрыв с одинаковыми ознаками. Журналиста вбили, вбили розвідника, и в Маріуполі підірвали військового. Він ніяк не був пов'язаний, скажімо так, з українським криміналітетом, да і з іншим криміналітетом. Найвірогідніше, що це Кадиров. Предположительно, взрывчатку могли заложить внутри салона под пассажирское сиденье. Об этом свидетельствует характер повреждения машины и то, что у нее снесло крышу. А привели в действие, скорее всего, радиоуправлением или телефоном. В салоне вместе с погибшим было еще два человека. Как сообщают друзья Тимура, это подруга Махаури, всемирно известная модель Наталья Кошель и ее дочь. Девочка сейчас в ожоговом центре, а вот Наталья в реанимации. Но врачи о ее самочувствии говорить сегодня не хотят. Никто не выйдет к вам. А почему? Потому что не дают никаких. Почему не дают? Ну, потому что все. Комментировать что-либо врачам якобы запретили родственники. Ранее в СМИ писали, у девушки повреждены глаза и конечности. По информации друзей погибшего, ее состояние нестабильное. Возле больницы и сегодня продолжает дежурить полиция. Елена Зорина, Максим Чеблин. Подробности, телеканал «Интер».